Москва будет требовать от Совета Безопасности ООН дать оценку действиям Турции, чьи военные обстреливают территорию Сирии. Об этом заявили сегодня в российском МИДе, подчеркнув, что провокационная политика Анкары, цитата, «создает угрозу безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами». Турецкая артиллерия уже несколько дней наносит массированные удары по приграничным населенным пунктам, которые сирийская армия и курдские ополченцы освободили от боевиков. Есть данные о многочисленных жертвах среди мирных жителей. Также поступает информация о том, что турецкая сторона продолжает содействовать незаконному проникновению в Сирию новых групп вооруженных наемников для пополнения рядов ИГИЛ и других террористических группировок, запрещенных во многих странах, в том числе в России. Все эти действия Анкары в Москве расценивают как неприкрытую поддержку международного терроризма.